В Ульяновске прошло торжественное открытие всероссийского турнира по смешанным единоборствам памяти одного из основателей Федерации ММА Ульяновской области Петра Минеева. Без его участия не проходил ни один турнир в Ульяновске. Он активно занимался развитием и популяризацией смешанных единоборств в регионе. Губернатор Ульяновской области приехал на торжественное открытие соревнований и выразил почтение всем гостям и родным павшего в боях Петра Минеева. Мы прекрасно помним этого замечательного парня, который погиб в первые дни специальной военной операции под Гостомелем. И я благодарю всех, кто чтит и помнит его. Также благодарю всех ребят, которые помогают сейчас участникам специальной военной операции не только словом, но и делом. Петр был воином в октагоне и на поле боя. И выходя сегодня в клетку, давайте помнить о тех ребятах, которые сражаются сейчас на границах нашей Родины. И давайте помнить о тех парнях, чьи мечтания и стремления оборвались. Турнир объединил на ринге 150 спортсменов из разных уголков страны в 10 весовых категориях. Среди участников есть победители и призеры мировых и европейских первенств. Первый день прошли отборочные поединки за выход в финал, а в заключительный день турнира пройдут 10 финальных боев. Кроме профессионалов, на турнире выступали любители, чьи бои оказались не менее зрелищными. Бой понравился, да. В принципе, геймплан был такой: давить постоянно, переводить и работать снизу. В основном борюсь, но бить тоже умею, поэтому больше настроились на борьбу. Победители всероссийских соревнований по смешанным боевым единоборствам памяти Петра Минеева получат право на участие в Кубке России по смешанным единоборствам. Отметим, соревнования прошли при поддержке правительства Ульяновской области, Союза ММА России и Федерации смешанных боевых единоборств ММА Ульяновск. Кирилл Савосин, Герман Баранов, УПРАВДА ТВ.